Приветствую вас. Можно, конечно, только гадать. Собственно говоря, как вы ведете себя с мужчинами и что именно вы делаете. Но я думаю, что основная проблема именно ваша заключается в том, что вы считаете каких-то мужчин достойными и смотрите на них, условно говоря, снизу вверх, психологически. А каких-то мужчин вы воспринимаете как недостойными и смотрите на них сверху вниз, психологически. И в этом и заключается основная проблема, что мужчины, которые вам нравятся, не воспринимают вас всерьез именно по той причине, что вы смотрите на них снизу вверх, а не как равный на равного. Вот. Это первое. Второе. Тот факт, что для вас вообще какие-то мужчины являются достойными, а какие-то нет, говорит о том, что вы сами этих мужчин как бы используете для чего-то. То есть он вам для чего-то нужен. Иными словами, присутствует сверхмотивация. То есть вы говорите флирт и так далее, но почему речь идет только об этом? Почему речь идет о флирте? Почему речь идет о такого рода вещах? Вот. Тогда как на самом деле, на мой взгляд, речь должна идти именно о взаимодействии, о совместных делах, о деловом отношении, чтобы человек в известной степени сначала вас узнал, и только потом уже с ним можно, к примеру, флиртовать или что-то вроде того. У вас же получается так, что совершенно непонятно, как вы взаимодействуете с мужчинами. У вас совершенно непонятно, как вы выстраиваете свое общение с ними. То есть, как вот вы говорите, вступала в смс-переписку, но зачем? Что между вами общего? То есть, очень важно, чтобы между вами и мужчиной было именно что-то общее. Чтобы вы не просто хотели, грубо говоря, поставить галочку, что вот мужчина, который мне, к примеру, там важен, или мужчина, которого я считаю достойным, вот он как бы у меня. Нет. А именно, чтобы между вами было что-то общее. А общее между вами и мужчиной может быть с любым. То есть здесь нет разницы, достойный мужчина или нет. Так вот, то, что некоторых вы считаете достойными, а некоторых вы считаете обормотами, говорит о том, что мужчин вы подразделяете на тех, кто может дать вам то, что вы хотите, и нет. По-видимому, вы очень сильно транслируете подобную мысль мужчинам. Именно поэтому серьезные вас избегают. Это не хотят служить средством для удовлетворения вами своих потребностей. Вот. И если честно, винить их за это, ну, мне не представляется сколько-нибудь правильным. Вот. Нет, конечно, можно, но даст ли это что-то, это уже, на мой взгляд, большой вопрос. Итак, значит, первое, для чего вам мужчины? Второе, что между вами общего? Третье, как обстоят дела с вашей собственной реализации, с вашей самооценкой, с вашей успешностью и так далее. Вот. И насколько вы, скажем так, ведете себя по-женски. То есть, на мой взгляд, флирт и, именно флирт, на мой взгляд, какое-то общение, если между вами и мужчиной ничего общего нет,
На мой взгляд, это, ну, ни в коем случае не проявление женского поведения. Женское проявление для мужчины в классическом смысле слова, это скорее проявление слабости, это скорее возможность для мужчины сделать, ну, сделать что-то, просто что-то сделать, условно говоря, вот, и все. Именно что-то сделать, да, то есть означает, что где-то вы проявили пассивность, и есть проявление женственности. Это не напудривание носа, это не флирт и так далее. Это именно слабость, это именно позволение мужчине почувствовать, что вы слабы. Ну, но это уже, на мой взгляд, скажем так, более поздняя модель поведения, более поздняя модель отношения, вот, к которой вам нужно прибегать исключительно после того, как будут рассмотрены те вопросы, которые я озвучил. Вот. То есть я понимаю, что вы, наверное, можете сказать, что как это для чего мне мужчина для создания семьи, для ребенка и детей. К примеру, ну, для ребенка, да, для создания семьи ребенка. Вот. Я вам на это отвечу, что, условно говоря, этот момент является одним из переломных. Если вы готовы принять тот факт, что ни семья, ни ребенок не могут быть самоцелью при взаимодействии с мужчиной, если вы готовы признать тот факт, что ваши психосоматические реакции, то есть озноб, там, соответственно, проблемы с пищеварением, связаны только лишь с тем, что вы хотите быть с мужчиной, которого вы считаете достойным, то есть наделяете его теми качествами, которые, по вашему мнению, должны быть, но нет у вас, то есть пытаетесь компенсировать свою неполноценность, по сути. Вот. Пока вы строите отношения так, ничего не будет. У вас ничего не будет получаться. У вас не будет чувствоваться сила, у вас будет чувствоваться только нацеленность на получение чего-то. Вот. Ну, по аналогии, может быть, не самый приятный для вас, аналогии может служить, к примеру, продавец-консультант в магазине. То есть вот вы приходите, и он начинает с вами как бы работать. Он вежливый, он предельно обходителен, он знает все, что вы хотите, верно? Он учитывает любое ваше желание. Правильно? Но вы знаете, для чего он это делает? Это сразу чувствуете. То же самое касается и данной ситуации. Трудность, на мой взгляд, заключается в том, что некоторым людям, некоторым, в частности, женщинам, сложно понять, признать и прочувствовать, что не может целью отношений служить дети и семья, ну и замужество, грубо говоря. Вот. Если вы готовы это признать, если вы готовы взять ответственность на себя за свои желания, за свои переживания, если вы готовы, к примеру, поисследовать ваши реакции, почему вы так реагируете на мужчин, почему вам настолько важно быть именно достойным мужчиной, что вас что вы испытываете психосоматические реакции. Ведь это же не просто так. Это означает, что вы нуждаетесь в мужчине. А нуждаемость всегда имеет свои основания.
и вы либо это для себя поймете осознаете и будете с этим что-то делать, либо вы этого не поймете и не осознаете и не будете ничего с этим делать. Ну и, соответственно, повторение ошибок, да, оно будет снова и снова с вами. Вот. Здесь, конечно, может быть другая история. То есть история, например, может касаться, к примеру, скажем, запретов на отношения с мужчинами. То есть, пример родительский. Как должна вести себя женщина, ну вот, именно по вашему мнению, как должна вести себя женщина с мужчиной, да, вот. Какой должна быть женщина с мужчиной? Какой для вас идеал женщины? Вот. На мой взгляд, это очень важная история, очень важно это понять. Потому что ни много ни мало от того, как вы воспримете данный факт, от того, как вы его воспринимаете, от того, что он для вас значит, этот факт, и от того, как вы это реализуете, ни много ни мало зависит ваше будущее. В частности, ваше будущее вот именно, с мужчинами. Хотя я, безусловно, понимаю, да, я, безусловно, понимаю, что, возможно, вам это не совсем приятно, возможно вы хотели бы, для себя, да, какого-то другого, к примеру, ответа, вот, но у нас, как у психологов, да, ответы вот такие. Не знаю, к сожалению это, или к счастью, вот. Само понятие, Екатерина, нормальный мужчина, у вас является ложь. Потому что нормальные мужчины, да, они абсолютно все. То есть, условно говоря, ненормальных мужчин не бывает. Вот именно ненормальных мужчин нет. Но то, что норма является для вас, да, вот, то, что норма является для вас и требует, всяческого исследования, понимаете, вот. На мой взгляд, это именно то, чем вам нужно работать. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Будете ли вы работать с этим, не будете вы с этим работать, да, это уже вам исключительно решать. Вот. Вот, примерно так я могу вам ответить на ваш вопрос, да?
на то, что, ну, на тот вопрос, который вы задаете, к примеру. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.